Друзья, всем привет! Я все с каждым роликом говорю, что следующий будет объект медный, но решил те мелкие работы, которые мы выполняем, приезжая на объекты, ну, тоже показывать. Как вы поняли, все постоянные подписчики, которые наблюдают за нашим каналом, они знают, что это за объект. Во всяком случае, ссылка будет здесь в углу на этот объект. И будет в конечных заставках. Также будет в описании. Сюда я приехал на этот объект, чтобы сделать замеры по окнам. Здесь будут отливы. И также по подшиве. Я вам поближе что-то позже покажу. Вот здесь еще будет соколь. Также нижние отливы. Все это будет такой же цвет, как и крыша. Поэтому... сейчас чуть попозже объясню, как мы будем делать подшивы, какие будем делать отливы здесь. Что еще хочется сказать. В ролике про леса я тоже прикреплю ссылку в описании, или вот здесь вот тоже в углу вылезет, где я говорю про леса строительные. Вот. Что можно подвести по этому поводу? И почему нужно строить эти леса на каждом объекте, если вы заказчик. То есть эти леса уже отслужили, мы с них сделали крышу. Заказчик с них нанял людей, каменщиков. Ему, как видите, сделали фасад из кирпича. Вот. И опять же, эти же леса пригодятся еще поставить отливы и сделать подшиву. Вот. То есть с экономической точки зрения... Такие леса очень выгодно ставить. Вот. Если мы возьмем в пример, допустим, железные леса, да, то опять же заказчик будет платить постоянно под кровельщиков, под фасадчиков, аренду, да, лесов и все остальное. Здесь же он купил лес, леса собрали, и по сути у него и доски эти останутся, потом может где-нибудь какую-нибудь ровницу здесь сделать из этих досок, да, и что-то еще. Вот, то есть с экономической точки зрения в долгую леса ставить вот деревянные, на мой взгляд, выгодно для заказчиков. Это не только убережет заказчика от плохих работ, да, потому что люди, которые делают без лесов, они, ну, как правило, ну, подход уже получается некачественный, по сути. Вот, потому что работать... Допустим, как делать лобовую доску или подшиву или что-то еще с крыши. Да? Также делать и стропильную систему, и обрешетку, пирог. С лесов намного все удобнее и качественнее. А вот. Как-то так. Пойдемте покажу вам, что здесь будет делаться поближе. И потом полетаем над этим объектом. Хочется сказать, что именно после этого объекта наш, мой уже сказать, друг и подписчик подарил мне дрон, чтобы снять, сфотографировать ту трубу, которая сделана очень красиво. Но это вы все увидите дальше в конечных пролетах. Все, пойдемте. Ну вот здесь подшива. Сложность в том, что она на всех скатах, во всех сторон дома, да, ширина ее разная. Здесь одна ширина, здесь вторая ширина, там третья ширина. И так вот по всему периметру. Вот, вот на этих окнах будут стоять отливы. Они будут безопасные, без режущих углов. Я думаю, я вам сниму видео, как такие отливы изготавливаются, как делается, как замеряется, все подробно. Вот, и также вот внизу будут отливы на окнах. Вот здесь еще будет, на этом цоколе будет камень выкладываться. Это уже в следующем году заказчик будет делать. И здесь потом тоже будет по всему периметру отлив. Вот на цоколе. Ну вот. И еще, кстати, будет здесь, надо будет поставить, сделать и изготовить 4 воронки. Вот здесь 4 лотка, здесь 2. Один в углу и один с той стороны. Вот.
подшива будет делаться так же, как и сделана лобовая. Единственное, что у нас рейка пойдет не в каждую рейку здесь, а через одну, как сделано на желобе. Вот. Через одну стоит. Также будет подшива делаться через одну. Вот маленькие здесь окошки. Здесь вроде всего 14 окон общей сложности. И она будет поставить отливы. Ну, на крышу я не пойду. Я там полетаю только. Вот. Вы можете посмотреть ролик с описанием отсюда, где я уже хожу по крыше, все снимаю, показываю. Поэтому загляните, не пожалеете. Как-то так. Ролик будет небольшой, поэтому досмотрите до конца. Все, всем пока, летаем.